Ну что, всем здорово, пацаны. Собираемся хату сдавать. Вот обещанный рум-тур. Но покажу только то, что могу показать, потому что остальное не стоит. Поехали. Давайте с бассейна сразу начнем. Здесь более-менее так прибрано у нас. Короче, вот такая вот здесь огромнейшая комната. Самый прикол я вам сейчас покажу. По поводу бассейна касательно, смотрите. Ну, фитнес-клубы же большинство из вас ходило, наверное. Так вот, здесь дорожка длиной, как в фитнес-клубе бассейн. Просто она узкая. Это как бы офигеть, как круто. С утра такой встал пару раз туда-обратно, проплыл, и все красиво. Так, ну, здесь барная стоечка. Она, кстати, особо себя не отрабатывала. Просто красиво смотрится. Ну, кстати, как в том же фитнес-клубе. Так, я только встал. Все, не судите строго. Строго ни в чем. Так, здесь шмотки. Не пойдем туда. Я вам, главное, прикол-то не показал. Вид. Итак, пацаны, продолжение. Вот, собственно, я поднялся. Вон строго. Вон Илья Эксайл. Обо мне все знают. Ну, о нем все знают, да. Представление не нуждается. Короче, открывается так вот дверка. И выходим вот сюда на улицу. Ой-ой-ой, солнце как. Ничего не видно у меня в телефоне. Ну, короче, как-то так. Как-то так. Давайте ниже спустимся. Сейчас вам покажу террасу. Кстати, на ней тоже не часто сидели. Хотя погода была нормальная. Только один день был жесткий дождь. Терраска, и тут вот кентики тусуются. Пацаны, ну-ка, иди, ну-ка, пошел вон. А ты чуть, ну-ка, иди. Все, разобрался с кентиками. Ничего себе не представляют, нулевые, короче. Ну вот, ребята, такая вот красивая-красивая квартира. Просили рум-турчик, сделал. Ну, кстати, сейчас спальни еще покажу, спальни. Ребят, небольшая ремарка. Оказывается, это ничего не алкогольное, а это масло. И у нас теперь вопрос. Кто заказал бутылку масла? Я. И зачем? Готовить будешь? Он строго играется там с игрушкой для котов. Смотрите. Ну-ка. Вот так вот и проводим время. Вот она. Эх. Эх, молодость. Ха. А пока ты смотришь эту нарезочку, твои друзья уже открывают новые клатч-кейсы и окупаются на Tasty Go. В клатч-кейсах все просто. Платим за одно открытие, а получаем от 1 до 5 скинов. А вот это неплохо. Попробуй сам. Пополняй баланс с моим промокодом, получай бесплатное открытие клатч-кейса и плюс 15% к пополнению баланса. Ссылка в описании. Здорово, пацаны. Подрал Арину, да. Сколько будешь на хате, да все уже, пацаны, скоро улетаем. Там строго в трусах, он говорит, да похуй, чуваки, это они купаются, нормально все, не загорают, блядь. Ты хоть не расстроился из-за того, что с Ариной мало общаешься? Мы много общаемся с Ариной, пацаны. Кто такой самурай? Хороший очень вопрос, хуй знает. Как в целом ощущение от Москвы? Пиздатое ощущение от Москвы. Почему бустер не выпускает видосы каждый день, как обещал? Потому что он их не записывает. Тебя Арина вчера хвалила на стриме. Приятно, спасибо. Диман девочек пикапит. Пацаны, Диман, это вообще, блядь, это вообще, это просто секс-символ, нахуй. Туда за тёлочкой, пыры-пыры. Ладно, шут. Карабас, как там дела с Ариной? Все охуенно, пацаны. Что скажешь про бустер в жизни? Бустер в жизни охуенный, пацаны, типа, бля, в реальной жизни все охуенные, типа. Первый день вообще я не мог ничего, потому что, во-первых, в первый день, когда я вообще не был на стримах почти, я не спал, получается, смотрите. Я не спал 24 часа перед поездом, чтобы заснуть в поезде. Это, получается, 24 часа не спал. В поезде ехал 8 часов, поспал 1 час максимум. Потом я приехал сюда 8 утра, 8 часов это я ехал, 8 утра еще я приехал. Уже 24 плюс 8 это 34, 32 часа я не спал. Потом бустер запускает стрим где-то в 6, в 7, в 8. Короче, я не спал где-то 48 часов, нахуй. И я там уже просто не мог, пацаны, я потом просто ушел спать. Бля, там Диман голышом идет, бля. Ой, бля, Диман это просто... Блядь, надо со всеми сфоткаться, у меня ни одной фотки нет, которую можно в инсту выложить. Короче, надо сфоткаться, надо с Ариной сфоткаться, короче, и со всеми вместе. Со Славой надо сфоткаться, с Диманом надо сфоткаться. Бля, я не, сука, надо сфоткаться со всеми. Вот Слава сам меньше отличается. Он, типа, так же орёт, всё, типа, делает, ну, короче, он очень мало отличается от интернета. Он, типа, ну, реально. Он, типа, там так же шутит, блядь, просто рыгает, там, не знаю. Ну, короче, типа, ему вообще комфортно себя чувствует. Вот я, например, так бы не смог, нахуй. Просто, там, не знаю, треть с меня там рыгать, ну, короче, я бы так
не смог. Что насчет хаты с Авилоном? Я пока без понятия, пацаны, я не знаю. Как тебе Арида в жизни? Очень красиво. Почему слава воды для сабов? Воды для сабов потому что, чтобы, короче, после трансляции не репортили. А сабы, я думаю, не будут это делать. Будет секс строго с Ринян, будет, пацаны. Как попасть в ваш склад? Вот я не знаю, что это за вопрос. Ну, братан, ну как-то это. Мы типа никак, блин, не знаю, это, наверное, рандомно как это должно быть. Набор в клан завершен был еще год назад. Бля, слава дохуя, она обещала и нихуя не сделал. Да, пацаны, это в частности из-за того, что мы не смогли снять. Он же хотел с нами контент снимать. Вы сейчас телевизор уебете, дебилы. Да похуй, самурай бабок дохуя. Согласен. Самурай продаст свою футболку, все. Тут 5 в 5 можно купить, но. Давай, пошла. Да, да похуй, ебаш. На нахуй, блок сделал. На нахуй. Все, пошла рукопашка. Закидывай, закидывай его нахуй! Слышь, у нас вывалилось, хуя, смотри! Ванёк, не провокат, не... Бля, чё я несу? Мы пошли с самураем, так скажем. Давай, иди его, скинь его нахуй, бля, в бассейн! Самурай, ты не обещаешься, но ты ещё в бассейн скинь? Нет! Скидывай, скидывай, полный! У него 100 тысяч ещё чешно, бля, сейчас 150 нахуй. Какой рост у Строга? 1.85 м. Когда на next раз будете собирать фрикхаус, пацаны? Кстати, плюс-минус где-то ночью, блин, можно было бы ещё лето, да? Еще летом два раза было бы вообще заебись. Ну где-то через месяцок. Какой рост у тебя? У меня рост 1.85 м, 1.86 м. Не хотел заняться спортом и хотел, братан, 100 лет, блять, раз.